Всем привет! Сегодня хочу рассказать о моем заказе по 12-му каталогу Faberlic. И в конце с вами немножко полистаем 13-й каталог. Сразу расскажу вам, что я взяла на распродаже. Это будут два таких вот средства. Цены, конечно, вообще смешные на них получились. Вот этот вот химический пилинг я вчера попробовала. И цена его 27 рублей, а изначально цена 220 рублей. Если честно, я понимаю, почему цена такая маленькая, и его поместили в вкладку распродаж, потому что действия у него, в принципе, никакого нет. Я вчера нанесла тонким слоем, подержала 10 минут. У него такая, знаете, гелевая консистенция, но у него отвратительный аромат. А вроде бы, когда наносишь, этого не замечаешь, но потом там необходимо через 10-15 минут, в зависимости от проблемы, да, как бы рук, смыть. Я его просто смыла теплой водой, этот аромат остался, затем я помыла руки с мылом, но все равно этот запах оставался и очень-очень долго, кстати. Написано, что это просто как альтернатива ванночки для рук, размягчает кожу, мягко отшелушивает старые клетки. После первого применения я ничего не заметила, я не знаю, как будет дальше, но этот аромат, он, конечно, убивает, и прям вот не хочется им пользоваться. И также я взяла на скидках, вышла мне тут программа омоложения 127 рублей. Увлажнение, ревитализация, увлажняющий комплекс и аминокислоты. Все это находится вот в таких вот ампулках пластиковых. Я вообще никогда не обращала внимания на вот эти всякие программы, потому что цены у них довольно высокие, и без скидок вот такие ампулы будут стоить примерно 549 рублей. Можете почитать как раз состав, применение. Буду пробовать, и, естественно, я вам расскажу, потому что, так понимаю, этих ампул не намного там мне и хватит. Из того, что я уже повторила, это будут опять такие вот носочки, опять 36-38 размер. Они мне понравились, я в предыдущем видео Faberlic, оставлю здесь ссылку, показывала вам их. Классные, качественные. Два мыла для кухни, одно себе, одно сестре. Я вам всегда говорила, что это классический аромат, он понравится всем, особенно новичкам. И здесь пахнет, да, просто фруктиками. И тот аромат я пробовала. В принципе, они все неплохие, но результат у них классный, действительно убирает запах любой, особенно если вы сразу же используете его. Объем большой, надолго хватает. Взяла антистатик водный спрей, никогда, кстати, не брала у них, но тут с приходом осени, я думаю, он пригодится. В общем, буду пробовать, еще ничего не могу сказать, написано, что он без запаха. Если вы что-то о нем знаете, пробовали его вообще, действует ли он или нет, напишите, пожалуйста. И вроде бы как я уже брала такой вот гель для туалета, но, может быть, была другая этикетка. Точно не помню, поэтому взяла освежить свои, скажем так, воспоминания. Очищающий гель для туалета, это с лимонным ароматом. Тут есть носик. Буду пробовать, интересно. Хочу сравнить их с очищающим спреем для ванны, потому что он мне очень нравится, я всегда его покупаю. Повторила влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля. Они мне не то чтобы очень сильно понравились, но в принципе, если их использовать быстро, потому что они засыхают буквально там, наверное, в течение месяца, и не применять на тех поверхностях, где прям явно остаются разводы, а они могут оставлять разводы, то, ну, в принципе, неплохие салфетки. Я не знаю, какие салфетки не оставляют разводы. Все, которые я покупала, дорогие, более дешевые, они все равно вот эти полоски остаются. Поэтому плюс-минус в сравнении с другими, почему бы тогда эти не взять? Взяла зубную щетку от Faberlic. Мне понравилось, что здесь очень много щетинок. Смотрите, какое их количество. Здесь мягкая щетина, эргономичная ручка. Единственное, мне не понравилось, что эти щетинки, они как бы одного среза. Мне больше нравится, когда они немножко как заостренные. То, что их здесь много, мне очень нравится. Я вообще не приветствую в зубных щетках наличие каких-то силиконовых частиц. Мне кажется, что это, наоборот, затрудняет очищение. Да, зубная щетка стоила 127 рублей, мыло по 71 рублю, это со скидкой консультанта, я вам говорю. Водный спрей 79 рублей, гель очищающий для туалета 119, салфетки 79. И я взяла также новинки, конечно же, это лак для ногтей с гелевым покрытием. Взяла сразу два, их необходимо было обменять на свои лаки, но
только не от компании Faberlic. Я именно из этой серии, у меня есть один лак, но он не в черной упаковке, а в прозрачной. Вот он мне нравился, поэтому я думала, что ну, что-то также хорошее произведут. Может быть, даже это будет лучше, чем мои любимые 9 в 1 CC. Во-первых, у них черные упаковки, и они вообще ничем не отличимы, кроме как артикулом друг от друга. То есть это нужно запомнить артикул, вот, чтобы потом, когда вы их берете, вы понимали вообще, какой вы лак берете. Вот такие вот два я их вчера нанесла, и что я могу о них сказать? Они намного хуже, чем лаки обычные 9 в 1 CC. У меня это 75-24, 75-30. 75-24... Это кремовая гвоздика, здесь вот такая кисточка. В принципе, с тем, что представляется в каталоге, похоже. И 75-30 это спелая вишня. Вот такой вот он темненький. Скорее всего, здесь больше коричневого, чем вишневого. И этим как раз-таки мне не очень понравился. Что могу сказать об их покрытии? Мне вот гвоздику, то есть светлый оттенок, было тяжелее наносить, конечно же, чем темный вишню. Ну, больше просто было видно, что он полосит. В общем, первым слоем очень плохое нанесение, неравномерное. В общем, мне не понравилось. Конечно, уже со вторым слоем я, ну, скажем так, приноровилась. Ну, и получилось, что получилось, собственно. Ну, я, конечно, не буду брать из других линеек. Это совершенно не гелевое покрытие, как они об этом говорят. Среднее качество и вообще не гелевое покрытие. Совершенно. Я не знаю, с чего это они взяли. Ну, вот так вот придумали. Светлые оттенки я бы точно, наверное, не рекомендовала. Это был мой заказ. И хочу также вам показать, что в 13-м каталоге нового и интересного. Начнем с того, что здесь представлено очень много одежды новой. Меня много что даже привлекло. И здесь сделали также размеры на девушек с формами. Тоже очень хорошо. Хороший такой ход. Больше к себе, конечно, Faberlic приобретает лояльность. Таких красивых нарядов для женщин с формами как раз-таки не хватает. Из нового также Cushion из линейки iSeoul. И, как я понимаю, вот этот лайнер. Это увлажняющий тональный кушон для лица, ухаживает с гиалуронкой, ровный тон, мягкое натуральное сияние, универсальный оттенок. Ну, по фото так не скажешь. Двухсторонняя подводка для глаз со штампом, насыщенный черный цвет, устойчивое покрытие. Мне кажется, вот эти штампики вообще уже эра их прошла давным-давно, год так точно уже. Ну, ладно. Вы знаете, меня вот удивляет Faberlic, если честно. Он такие цены интересные ставит. То есть, ну, кушон от Faberlic за 1000 я точно никогда не приобрету. Тем более подводку с фетровым наконечником за 500 рублей. То есть, ну, это вообще мимо меня. Я бы, может быть, его бы попробовала, если бы он стоил до 500 рублей. Мне кажется, это вообще красная цена. Ну, не 1000. Тут вообще сомнительно с цветом и с текстурой. Потому что, допустим, тот же новый вот этот вот CC крем, который я его не взяла только потому, что я поняла по отзывам, сводчим обзором других девочек, что у него очень легкое покрытие, он совершенно ничего не перекрывает, то есть это для реальной молодой кожи, без каких-то недостатков. В 12-м каталоге он стоил где-то 500 рублей, сейчас же его в новом 13-м за 800 продают. Ну, в общем, ценовая политика, вот я понимаю, что сейчас хайп на корейскую косметику, для меня вообще цена и качество несопоставимы. Единственное, наверное, что меня заинтересовало в этом каталоге, это вот этот мистер и мисс Инкогнито. Причем, если два покупаете, там еще 50% скидка, они выходят по 649 рублей каждый. Это неплохое предложение, потому что мне понравился очень женский аромат, но я заказывала пробник мужского аромата, и это просто был парфюм такой взрослый, насыщенный. Но, как известно, у Faberlic пробники отличаются от больших версий. Тут, конечно, можно было сделать скидку на то, что здесь будет более приятный аромат, но также может быть и совершенно другое звучание женского парфюма. У кого был пробник и полноразмерка есть именно женского парфюма, пожалуйста, напишите, они отличаются, да, если есть отличия в чем, если нет, то это вообще идеально, потому что, скорее всего, я тогда его возьму, потому что мне именно понравился пробник.
И не хочется опять купить полноразмер и кому-то отдать, потому что совершенно будут различные ароматы, как это у меня уже было. Кстати, появилось из новинок вот такое вот зеркало с подсветкой. Стоит 800 рублей. Не знаю. Мне кажется, что тут подсветка настолько такая, знаете, слабенькая. Я буду ждать, конечно, обзоров у девочек. Надеюсь, кто-то закажет, и у кого-то можно будет посмотреть это зеркало. Но вообще задумка интересная. Вот такой был мой заказ, обзор. Пожалуйста, делитесь вы, какие новинки приобретали, что вам понравилось, что нет, что, может быть, планируете из новинок в новом каталоге взять. Очень будет интересно почитать. И спасибо, что посмотрели. До следующего видео. Пока!